Наши деревенские приключения продолжаются. Вот, мы сейчас на вороне поедем кататься, да, ворон? Покатаешь нас? На вулкане не получилось у нас покататься. Грузитесь. Правда, туман впереди. Вообще ничего не видно. Тут вот Валя, Вика, Марина, Миша и Ворон. Я тоже еду. Мы едем на вороне, как в мультике про лошадку и ежика. Лошадка! Лошадка! Расчистить. А? Может быть, тебе расчистить? Нет. А, нифига ты не покрыл. Вика, ты что легла? Да. Отдыхаю тоже. Папа, помочь? Нет, я сам. Помочь? А ты, Дани? А вот на папа дом. Старок на папа дом. Доник. Большой внутри. Большой. Да так им пускай, что все ли. Давайте потом съесть. А продукты? Сейчас. Еще и продукты, что ли, сырые? А какие продукты? Девчоночки. А девчоночки? Давайте. Надо перешагивать, да? Залазь, Наташа. Тепло дома. Тепло дома. Вообще здорово. Печка, что ли, там у вас? Ну, Валя, ты что-то на ней, детка. Ну, потому что пока еще ничего тут не нагрелось. Виктория, холодно? Вика. О, еда! Смотри на маму. Вика. Вика, смотри на маму. Валя. Валюш, на Марину смотри. Что ли, чай будем пить? Да. Ух ты! Горячий, наверное. Да. Помогите же этой кружке. Нафиг. Ну, пейте. Он кипяточный, наверное. Вы пока чай пьете, папа на вороне проедет, сейчас дорожку вам сделает. Хорошо? Пока вы чай пьете с конфетами, папа на вороне проедет, дорожку сделает. Сейчас она хорошая подумает. Так не удержать, Валя. Ну, сними, сними. Ну, а дома? Закрой дверь-то, может, на дышу. Брали побольше. Да прямо булочки только брали уже. Заклони мои булочки. И чай, мандаринки. Мандаринку. У нас Наташа была мандаринка. Открыть. Открыть тебе? Да. Ну, моя хорошая. Держи. Хочу у тебя ногти. Мне даже надо же такие ногти. Че, Вика?
Айда. Пойдем. Айда. Как, вы сами поедете, что ли? Да. Прокатите маму. Вы маленько натягиваете только. Папа. Папа, ты далеко-то не это? Вован. Поехали. Вован. Стой. Вован. Стой. Папа, оно не помогает нам. Мы же и я управляю вороны. Валя, ты я управляю. Я управляю. Управляющие. Девчоночки. Нас Вика везет. Вот, прям Вика везет нас на вороне. Вот. Девчонки одни могут ехать. А Миша идет, бежит, догоняет, падает. А мы едем, мы такие важные, мы сами на коне вот едем.